вами Лиза Найс. Привет, ребята, вы на моем канале, и сегодня вы смотрите очень крутое видео, потому что сегодня я наконец-то решила вернуться к своим любимым пранкам, и надеюсь, вашим любимым тоже. Я реально поняла, что я не могу без пранков, без таких пранков, в которых я жила буквально 3 месяца назад. Я не могу просто без них, очень сильно хочу их снять, и очень надеюсь, что вам они нравятся. Сегодня 2 пранка, идеи которых я увидела в ТикТоке. Я поняла, что идей на самом деле у меня достаточно мало. Я обычно беру их из ТикТока, может быть, из Ютуба. У меня появилась реально крутая идея. Каждую неделю в своем Инстаграме, ссылка в описании, я буду делать пост с вопросом, какие пранки мне снимать. И я кое-что придумала. Чья идея понравится больше всего и чьей идеей я воспользуюсь, того человека я пропиарю в своем сторис. Поэтому, если ты хочешь пиар от меня в сторис, то прямо сейчас переходи по ссылке в описании на мой Инстаграм и под постом пиши идею. Идейки для видео, надеюсь, они у тебя есть. Ребят, хочу сразу вас попросить, не пишите, пожалуйста, в комментариях под моим постом пранк беременна, пранк курю, пранк пью, утонула, потерялась и все такое. То, что граничит с безопасностью, то, что граничит с моралью, пожалуйста, на такие идеи я даже обращать внимания не буду, потому что их всегда очень много, и вы всегда мне пишете: «Лиза, сними пранк, ты беременна». Меня очень огорчило, когда я была на Шри-Ланке, очень многие мне писали по поводу того, что «сними пранк, что ты утонула». Это же так весело, пранки каждый день. Но, ребят, вы просто можете себе представить, как могут отреагировать на такое родители? Такое вообще снимать нельзя, потому что это в первую очередь безопасность. Нельзя вот с такими вещами шутить, потому что безопасность превыше всего. Потому что пранки, это должно быть всегда весело и круто. А если я сниму такой пранк над родителями, я не думаю, что им будет очень-очень весело. Поэтому, если у вас есть крутые идейки, то прямо сейчас переходи в мой Инстаграм, ссылка в описании, и пиши идейки для видосиков у меня под постом. В общем, какие пранки сегодня будут? Я думаю, вы все знаете приложение ТикТок. Давайте я не буду говорить эту фразу, потому что все знают уже, что такое ТикТок. Я думаю, все в нем снимают. Я тоже. В ТикТоке есть очень прикольные видосики с пранками. И я сегодня вспомнила несколько пранков, которых я когда-то давно делала, и они очень были крутые. Ребята, сегодня будет 2 пранка. Итак, первый. Прямо сейчас мы с вами проверим очень-очень угарный пранк. Прям безумно угарный. Я буду спрашивать у мамы: «Мам, как говорит кот? Как говорит собака? Как говорит утка?» Потом спрошу: «Как говорит шланг?» Мама попытается как-то изобразить этот звук. Именно в это время будет угарный прикол. Хорошо, мам. Есть такой угарный прикол в ТикТоке. Можно, пожалуйста, с тобой проверить? Сейчас камеру включу. Опа. Вот камера. Пойдем так вот. Суть прикольная. Что ты должна делать? Просто... Давай ты мне покажешь ТикТоки и повтори. Просто скажи, как говорит кот? Мяу. Как говорит собака? Гав. Как говорит крокодил? Крокодил никак не говорит. Ну хорошо, как говорит лиса? Ну это нужно спросить. Ну хорошо, хорошо. Айфона. Хорошо, как говорит утка? Кря. Как говорит курица? Ку-ку-ку. Ку-ку-ку. Как говорит слоны? Как говорит шланг? Откуда я знаю? Опа! Блин, ты чего вообще, Лиза, обалдела? Вообще, Лиза, блин. Ты знаешь, как говорит шланг? Нет. Тихо, не надо. Блин, ты меня слюнями своими. Лиза. Тихо, я от тебя забираю подальше. Я готова уже. Лиза, ты шланг получается. Да. Блин, ты меня слюнями забрызгала. Да ты слюни, это водичка. Водичка слюнявая забрызгала меня. Обезьяна. Ты как говорит обезьяна? Уха? Да, именно так. Ну прости, но это прикол в ТикТоке. Ну. Лиза, больше к ТикТокам не возвращаться. Да? Конечно. Ребят, вот такой вот первый пранк крутой. Мне показалось, это было реально угарно. Погнали. Второй. Для этого пранка у меня есть прядь волос. Я думаю, вы сами понимаете, что это за прядь волос и что мы сейчас с ней будем делать. Кто еще не понял, когда-то я снимала видео, когда при маме я сушила вроде бы маме волосы или просто расчесывала, и я отрезала вот так вот прядь волос от ненастоящих и показала маме, что у нее отпали волосы. Этот пранк был безумно крутой, и я решила его повторить. Это было, ну, где-то год назад, поэтому не думаю, что мама сразу вспомнит и сразу разоблачит мой пранк. Вот так вот выглядят вот эти ненастоящие волосы. На самом деле цвет очень прикольный.
Я думаю, как раз мамин. Мне очень нравятся на самом деле вот такие волосы, потому что ты их можешь себе прицепить. Такой типа, опа. Ну, конечно, это делается поровнее, но все же. Кстати, по моей длине волос почти. Что я хочу сделать? Вот эта вот застежка, она супер палевная, поэтому я хочу сейчас порезать вот так вот длину, вот так вот. Раз. 2, 3, 4, 5. И я подойду к маме, скажу то, что там у нее там кончики секутся или что-то такое. В общем, я попрошу ее подстричь. Я не знаю, насколько мама согласится. Я думаю, она не согласится, но попробовать стоит. Я очень надеюсь, что мама согласится. Я скажу, что я немного буквально подровняю вот так чуть-чуть. В итоге я дам маме просто так вот кучку волос и посмотрим, как она на это отреагирует. Сейчас я за ножницы. Оба-на. Так, погнали. Надо сейчас это все сделать аккуратно. Ребят, просто посмотрите, как получилось. Я порезала всю эту прядь волос. Посмотрите, сколько вышло. На самом деле, они очень правдоподобные. Просто посмотрите, как они выглядят. Я думаю, вот примерно такого цвета у мамы волосы. Я думаю, если мама увидит, что у меня в руке часть маминых волос, мама не будет присматриваться, мой этот цвет или нет. Просто, мне кажется, она начнет психовать. Поэтому прямо сейчас проверяем. Надо как-то их положить в карман, я думаю, чтобы было беспалевно. Короче, погнали. Ребят, мама сушит волосы, поэтому мне кажется, время приступать. Погнали. Мама! Блин, не пугаешь. Не могу постучать. Я вот заметила, у тебя, знаешь, кончики секутся так сильно, и из-за этого, не знаю, какие-то... Ну, я знаю, ну, это от страха. Короче, у меня есть такой лайфхак. Он прям работает, я вот на себя даже проверяла. От секущихся кончиков. Кто? Да, да я честно. Спасибо тоже. Ну посмотри, у меня особо кончики не секутся. Ну у тебя волосы молодые, Лиз, ну что, они крашеные. Нет, ну мам, я тебе гарантирую, я помогу тебе избавиться от секущихся концов. Навсегда. Хорошо. Долго по времени? А сейчас можешь? Да, давай сейчас. Для этого мне надо кое-что взять. Короче, главное, мам, сейчас просто не дергайся, а просто сейчас замри. Ну, не шевели головой, вообще не шевели головой. Мам, ну ты специально головой шевелишь. Мам, мне же надо посмотреть, где у тебя секущиеся концы начинаются, какой они длины. Просто замри. Ну ладно. Что это было? Готово. Лиза, ты что? Ты мне так помогла избавиться от секущихся концов? Так смотри. Мам, ну я же тебе говорила, навсегда помогу. Ты что, издеваешься? Зачем мне такая помощь? Лиза. Попробуй, какие... Мам, посмотри, попробуй, какие здесь ужасные концы. Вот попробуй просто. То есть ты мне и здесь хочешь такие сделать? Ну, лучше, чтобы... Лучше, да. Лиза, ну вот зачем ты это делаешь? Смотри, у тебя на теле секущиеся концы были, теперь посмотри. Я отращивала волосы, посмотри, даже не крашусь, чтобы сходить к профессионалу, покрасить нормально. Лиза, вообще-то ТикТок очень помогает. Благодаря ТикТоку я могу стать профессиональной. Блин, Лиз, ну как это ТикТок? Причем здесь ТикТок вообще к моим волосам? Ну что ты мне сделала? Скажи, что надо? Вот это обрезанные волосы, Лиз, ты можешь понять вообще, Лиза, я хотела сходить к парикмахеру, как я теперь пойду к парикмахеру? Дай я посмотрю просто. Собирай мне волосы, подожди, пожалуйста. Дай я посмотрю на ситуацию, просто не двигайся. Лиза, да нет, все, достаточно. Тебе мне надо обрезать еще, чтобы оно просто, ну вот... Ты вообще обалдела. Волосы, и вот так вот раз, а тут длинные, а тут нет. Ты вообще обалдела. Боже. Спасибо, Лиза, за помощь. За то, что ты меня избавила навсегда от секущихся концов. Реально, я думала, ты мне маску какую-то будешь делать. У тебя там куча примочек всяких, баночек. Не надо мне, Лиз, блин. Спасибо, ты как обычно и еще и намусорила, нагадила. Так ванну. Это твои волосы. Или не твои? Ты издеваешься надо мной? Уже не мои, спасибо. Я как обычно и тебя всегда это, люблю и вообще это, просто. Это не твои волосы, твои не есть. У меня длиннее волосы. Нет. У меня длиннее волосы были, Лиза. Что ты мне говоришь? Где у тебя здесь зеркало есть еще? Хорошо. Если ты мне реально не веришь. Конечно, не верю. Я что, не знаю длину своих волос? Мам, а теперь что? Посмотри на цвет. Это твой цвет? Это мой, это снизу. Вот. Ты знаешь, что это? Цвет твой может подкрепить, ну, примерно здесь. Он даже не такой, ну, у тебя темнее, у тебя совершенно нет этот оттенок. Он более такой чуть-чуть, знаешь, зеленый. Это что такое? Не твои волосы точно. Все, я пошла. Нет, стой.
Стой. Все, смотри. Нет. Пожалуйста. Я очень рада, счастлива, что это не мои волосы. Ну, прибирайте. Чернее. Тебе. Я пылесос сейчас принесу. Ладно. Пропылесошил волосы, сейчас здесь быстро переберу, но мне кажется, было угарно. Очень сложно не засмеяться. Это было круто. Конечно, мне еще прибирать, но это было реально классно. Я сейчас поприбираю быстро и просто буду очень много вспоминать это видео, потому что это было просто круто. Ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, а я уверена, что это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и включайте уведомления на колокольчике. Также переходите на мой инстаграм, я думаю, вы помните про то, что я вам говорила. Под постом напишите свои идеи для видео. Самую прикольную идею я, во-первых, буду использовать. Автору этой идеи я сделала пиар в инстаграме своих сторис. Поэтому прямо сейчас переходи на инстаграм и пиши разные идеи для видосиков. Всех сильно-сильно люблю, пока!